Доброе утро. Доброе утро, Полтава. Доброе прохладное утро. Июльское прохладное доброе утро. Уже не так жарко, так уже, хорошо. Да, попускает. Немножечко. Ну что, о чем поговорим? Вчера такое событие было на Бирюзово. Оказывается, позавчера там трансформаторную подстанцию молнией таки разбило. Три дома осталось без света. Четыре. Четыре даже. Люди перегораживали дорогу в надежде на то, что городские власти решат. Не понимаю, зачем. А вот Ян, можно вас? Смотрите, кого мы встретили. Ай-яй-яй. Доброе утро. Доброе. Добрый день. Кофе сейчас. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Говори доброе утро. Шалом. Шалом. Так, кофе, американо, капучино. Американо. Американо, американо. Я побежал за кофе, вы пока начинайте. Рассказывай, как у тебя дела, как настроение? С прохладой. Спасибо, вас дальше. Что интересного произошло за последнее время? Ну, я где-то 15 минут позагорал на пляже. Нет, даже меньше. Примерно, это впервые? Примерно 5. Нет, за это я... А, за этот год, да. Причем, в принципе, удачно. Полулета прошло. Да. Удачно это сгорел? Нет, не сгорел. Как раз хорошо. Я хорошо загораю. Один, второй раз, и потом загар начинает немножко бронзоветь. То есть, есть люди несчастные, я считаю. Кстати, они рыжие. У которых загар очень... Не, у меня все нормально, видишь, тоже. Потемнее, чем ты даже. Они не загорают, они обгорают. Причем они с этим ничего не могут сделать. Я считаю, немножко несчастные люди, Бог таких немножко не знает. То ли наказал, то ли не наказал. Куда ездил загорать? 15 минут. На южный берег, в Орскую. Обалдеть. Да, это там, по течению, который... Да, там очень, очень быстро прилипает загар. Давай немножечко серьезно. У нас сейчас были выборы по 151 округу. Да-да. А, твое мнение, что там происходит в плане подсчетов? Ну, там, я так понял, они еще не закончились? Еще, да, не закончились. Шоу, почему в очередной раз? ГООН, нормально все. Ну, если серьезно, я бы... Нет, вот я все время хожу на выборы, я... Угощайтесь. Я не, ну, практически не пропускаю. Но это связано с работой. А если бы это было не, связано не с работой, я бы, наверное, она же не ходил бы туда. Ну, некоторые говорят... Голосовать. Несведомый выборець. А, він, что теперь делать? Він не голосує серцем. Але. Я считаю, что, ну... Леди, красиво. От выборов, к сожалению, от выборов мало что зависит. Потому что на выборах представлены партии. Партии, я считаю, это такие элитарные клубы. Не элитные, а элитарные. Правильно. Это такие клубы закрытые, которые решают какие-то свои бизнес-проблемы. Подальше от народа. Да, и выборцю нашему пропонуют... Оце рожеве, оце фіолетове, оце салатове, оце коричневе. А то, що воно все сіре, то таке діло? А воно все одинакове, я вам скажу. Повністю. Воно дійсно розмальовано у різні такі кольори. Дійсно, щоб у виборця складалось впечатлення. Як це? Є вибір, я можу проголосувати. Ну, а в итоге Він йде, голосує. Як думаєш, перевибори будуть? Я не знаю. Опять же, это решать не избирателю, я считаю. Будут они или нет. Свыше? Как боженька пошлет? Ну, я бы не назвал эту субстанцию боженькой. Я думаю, это его антагонист. Вчера договаривались о погоде, с Яном разговаривать не углубляясь в всякую эту дребедень. Так я же не знаю, о чем вы договаривались. Так, Ян, вы как представитель первого эшелона отряда корреспондентов. Не пугай меня. Отряда корреспондентов. Мы только со Светой начали с утра разговор о вчерашнем происшествии на Бирюзово.
люди перегораживали дорогу с требованиями и т.д. и т.п. Ваши отношения, ваше мнение. Это связано с погодой. Гроза угробила. Да, ну про погоду, все про погоду. Ну я скажу в общем. Мнение о переграждении дорог. Не надо перекрывать дорогу. В любом случае не надо. Правильно, у нас их и так толк. Есть другие методы, не надо перекрывать. Во-первых, почему? Например, едет пассажирский автобус. Там їде Марівна якась, вона їй потрібно негайно доїхати на ринок, щоб там купити трошки цибульки і трошки там кабачків, і трошки огірків, бо потрібно вже консервувати. А тут непонятна акція. Смисл цієї акції Марія Івана не пойме. Порвет всіх. В любом случае. Но единственное, что она понимает, что это ее раздражает. То есть такая акция, как правило, против себя во время своей акции настраивает автобусов 5-6 плюс там еще 2 троллейбуса. Большое количество людей. Понятно, что у людей горе и несчастье, без вопросов. Кому понятно? Мне. Пассажирам автобуса. А, тебе. Мне а пассажирам автобуса понятно. Непонятно. У меня телефон вчера разрывался, люди оттуда звонили. Вопрос в другом. Вопрос в том, что когда мы платим за электроэнергию, как я считаю, в этой сумме денег уже заложены все риски. С такой суммой тем более. Зачем перегораживать дорогу? Есть организация, которая поставляет электроэнергию. И я думаю, что эта организация, давайте кровь и пить, по большому счету. Логично. Но что получается на сегодняшний момент? Городские власти уже сидят целую ночь и думают, как выйти из этой ситуации. И опять городской бюджет, похоже, подходит к тому, чтобы закрывать эту дырку. У нас что, мало дыр? А Облэнерго, как и водоканал, кстати, да, что-то сделали они работу, накидали асфальта сверху. Через год этот асфальт просел, опять городские власти начинают закрывать эту дырку. Вот это меня больше всего возмущает. То есть бюджетные средства уходят не туда, куда надо. В воде заложены риски, в электроэнергии заложены риски. Мы за все платим, а результат бубух. Люди выходят. Понятно, там в одном доме ситуация такова. Подкачка воды идет. Потом все газовых печек нету, есть электрические печки. То есть реально в одном доме жизнь умерла вообще напрочь. Вот это вторые сутки у них такая ситуация. Понятно, что людям деваться некуда. Они стучать начинают во все двери. Там куча причин, почему именно они это совершили такой акт. Но я не думаю, что надо было вот так. Да, это радикальный метод. Такой же радикальный метод. У нас уже привыкли перекрывать. Саш, у нас уже просто привыкли перекрывать дороги. Что-то непонятно, перекрываем дорогу. Но за последних 2 с лишним в любой непонятной ситуации перекрывай дорогу. Но что самое смешное, что ни одно перекрытие дороги ни к чему не привело. Что самое смешное? Почему? К скандалам. Скандалы, все. И к новостям. Есть о чем писать. У нас новости. Ты знаешь, кому принадлежит Облэнерго? Ну, скажи ты. Не скажу, да. Погугли. Пусть напишут письмо этому человеку. Реклама Гугла. На правах рекламы. Да. Преподобный Гугл. Да, ну что, давай тогда еще раз про погодку. Сегодня, по идее, дождей не должно быть. 24 градусов сегодня. Ну, достаточно так будет свежо, хотя бы не жарко. До 22. 19-22 градуса, облачно и небольшой дождь даже днем обещают. Кстати, сегодняшний кофе мы пьем за счет Зеленой Дубравы на Копылах. У нас появились спонсоры. Я ничего не рекламирую, это он рекламирует. Это я рекламирую, но я его угощаю. Все, Полтава, Любовь должна греть. На какой-то позитивной ноте надо закончить. Любовь должна греть. Любовь греть. Вот так сказал Ян Пругло, лидер полтавской журналистики. Я не лидер. Я в ряду лидеров, да? Толерантненько. Все, удачи доброе всем. Утро. Доброго утра, здоровья и хорошего дня. Улыбайтесь больше. До встречи и не перегораживайте дорогу. До встречи возле правого шарика. Все равно в любой непонятной ситуации будем переграждать, да?